Всем привет! Сегодня мы вместе с вами будем готовить очень быстрый ужин. Для начала возьмем сало с прослоечкой мяса. В нашем случае кусок даже большеват, так что делим его пополам. Поделив сало пополам, приступаем к его нарезке. Нарезаем сало кусочками примерно по 3 мм. Итоговое блюдо получится настолько вкусным и сытным, что от такого блюда вряд ли кто-то откажется. Нарезав сало, выкладываем его на нашу сковородку. Разжигаем огонь и убавляем газ, чтобы он был меньше среднего. Итак, пока сало топится, мы начнем разбивать и проверять яйца. Яиц нам понадобится 8 штук. Каждое яичко мы прежде всего разбиваем в кружку, дабы проверить, нет ли среди этих яиц испорченных, чтобы не испортить блюдо в целом. Приготовили 8 яиц, а в это время посматриваем за нашим салом с мясом. На данный момент рановато, но ничего, мы подождем. Смотрим, появилась легкая зажаренка, значит, пора переворачивать. Уже на данный момент поджаренное сало выглядит очень привлекательно. Пора выливать заранее подготовленные яйца. Часть желточков разбилась, но ничего страшного. Также на этом этапе можно посолить яичницу. Соль добавляем в зависимости от количества продуктов и ваших вкусовых предпочтений. Также можно и поперчить блюдо, это же тоже по вкусу. Жарить мы будем с открытой крышкой для того, чтобы оставить желтки в жидком состоянии. В процессе жарки шевелим белок. С помощью таких действий мы слегка ускорим процесс жарки. На данном этапе это все выглядит очень аппетитно, не правда ли? Жарим до готовности. Все, белок полностью прожарился, желтки остались жидкими, теперь выкладываем наше блюдо на тарелку. Вот и все, несколько минут делов и такое очень вкусное и сытное блюдо готово. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, подписывайтесь на наш канал и поставьте лайк этому видео. Ну а на этом я с вами прощаюсь, всем приятного аппетита и до новых встреч!